Здравствуйте, друзья, уважаемые подписчики. Значит, пришла мне посылочка AliExpress. Заказывал я газовый сигнализатор, простенький, недорогой. Видел, как он работает, показывали там на канале. Я просмотрел, думаю, возьму. Ну, вот он пришел, недолго, в принципе, шел, как бы посылочка меня как бы быстро пришла, нормально все. Ну, сейчас попытаюсь ее вскрыть на камеру, как положено, потому что уже, ну, у меня были такие уже случаи, и не раз, потому что обмануть могут наши друзья-китайцы. Ой, чуть-чуть урезался. Могут обмануть, могут немножко преувеличить, сами вы знаете, все это надо делать на камеру, иначе будет все плохо. Так, саморезики для крепления к стенке, очевидно. Так, вот он сам приборчик. Инструкция, конечно, по-китайски все. Ну да, тут читать нечего, можно рисунки посмотреть, и все. Китайского мы не понимаем. Уже указан не такой какой-то на вид приборчик, другой. В общем, понятно, вешать его надо вверху. Или внизу. Или внизу 1 метр надо вешать, или вверху 1 метр от потолка. Ну, я думаю, для проверки мы сейчас положим его прямо на газовую конфорку. Я слышал, что он еще как работает как алкотестер. Тоже проверю на это дело. Ну, а сейчас посмотрим, что здесь. Да ничего такого нет. Эта кнопка, наверное, сброса, восстановления. Сейчас будем пробовать проверять основную его задачу. Это сигнализация при утечке газа и каких-то там веществ газовых, взрывоопасных, написано. Так, есть. Сейчас пойдем к газовой плите. Буду снимать все одним кадром. Так. Одним дублем, вернее. Вот так вот. Ну что ж, приступаем. Включаем его в сеть, чтобы он не взорвался. Осторожнее, ну, что-то я боюсь этих китайцев в последнее время. О, не взорвался. То есть пошел тест, как и должно быть по идее. Красная лампочка будет сейчас проморгается и включится зеленая. Сейчас я чуть-чуть увеличу. Продолжаем. Тут получился сбой маленький. То есть красная мигает. Что-то долго она мигает. О, загорелась зеленая. Значит, он прибор готов, в принципе, уже к работе. Сейчас будем пробовать. Так, включаем газовую горелочку, поджигаем, горит, горит, выключаем и опять открываем и держим. Пока ничего не происходит,
Запах газа я слышу уже хорошо, а он почему-то не слышит. Запах кошмар. Горит. Открыли опять. Никакого действия. Уже невыносимо газом наполнилось уже. Кошмар полный, дышать невозможно. То есть не работает. Опять братья китайцы меня обманули. Наверное, это последняя моя покупка. Не работает. Не. Ну, будем пытаться смотреть, что с ним. Разберем, посмотрим. Может, там вообще на середине пустой. Так. Будем смотреть, друзья. Потому что у меня доверия почему-то уже нет к этим братьям-китайцам совершенно. Так. Ну, посмотрим. Ножик, как я говорил, самая лучшая отвертка. Надо принести отвертки. Сейчас я выключусь на секундочку, принесу отвертки. Обидно, досадно, как говорится, но ладно, будем разбираться, будем открывать спор, потому что хоть это недорого, но это больше оно неприятно, чем недорого. Очень неприятно, когда тебя обманули. Ты ждал, тебя обманули. Считают за лоха какого-то. И подсовывают всякую ерунду. Неужели нельзя проверить перед тем, как отсылать? Ну, вроде бы все на месте. Вот датчик тут. Все на месте. Чего он не работает, не знаю. Все тестируется. Скорее всего, этот датчик не работает. Пищалка работает, все не работает. Да. Очень обидно, очень обидно. Больше тут делать нечего. Кроме датчика тут, наверное, ничего и не могло поломаться. Ну все, закрываем. И будем открывать спор.
И это все-таки, наверное, моя... У меня уже было такое настроение больше не покупать в Китае ничего. Уже у меня с видеокамерой была проблема. Но там мне вернули, слава богу, все. За камеру я боролся месяца два, наверное. Ну, а тут не так дорого, но очень неприятно тоже. Очень-приочень. Еще, не дай бог, вот это вот высылать, паковать, и это... Все, вот это решено, наверное, последняя моя покупка на Алиэкспресс. Не хочу больше. Больше проблем, чем экономишь. И то сейчас на Алиэкспресс там такие цены сумасшедшие. Дешевле купить где-то в интернет-магазине у себя дома. По крайней мере, не дороже. Я это уже понял давно. Все, ребята, я на этом заканчиваю. По-моему, больше тут вопросов никаких не будет и ответов тоже. Спасибо за внимание, за все остальное, за терпение. До свидания. Что вы об этом думаете и как вы на Алиэкспресс сейчас покупаете, не покупаете? Мнение хотелось бы ваше услышать. Я уже очень плохого мнения об этом. До свидания.